Когда я общаюсь с врачами на тему биологически активных добавок, меня часто спрашивают, а проводятся ли клинические испытания биологически активных добавок Nature Sunshine? Очень хороший вопрос. И я с удовольствием хочу для вас сейчас на этот вопрос ответить. Итак, меня зовут Людмила Миронюк, я доктор интегративной медицины с опытом работы в ней более 20 лет. И компания Nature Sunshine – это один из редких производителей биологически активных добавок во всем мире, которая имеет свой собственный центр инноваций и клинических испытаний. Этот центр носит имя основателя компании Nature Sunshine, супругов Джин и Кристин Хьюз. В инновационном центре Nature Sunshine на постоянной основе работает команда ученых различных специальностей, среди которых 12 докторов и кандидатов наук. И в том числе это признанные во всем мире травники из разных стран. Руководителем центра Хьюзов является главный научный консультант Nature Sunshine доктор Мэтью Трипп. Это ученый с мировым именем. Он участвовал в разработке более чем 100 патентов. Центр Хьюзов тесно сотрудничает с глобальным научным медицинским советом Nature Sunshine, который занимается исследованием мировых мегатрендов в области здравоохранения. Благодаря инновационным технологиям, а также современному мультимиллионному оборудованию, ученые центра имени Хьюзов разрабатывают и создают эксклюзивные, максимально эффективные формулы БАД, а также усовершенствуют те, которые уже существуют. Важно подчеркнуть, что компания Nature Sunshine использует только натуральное сырье и только премиум качество, и исключается использование и различные манипуляции, которые могут изменить структуру натурального вещества. То есть категорически исключается возможность применения продукции с нанотехнологиями и генной инженерией, ГМО-продукты. Исследовательский центр имени Хьюзов раскинулся на площади в 1200 квадратных метров на территории главного офиса компании Nature Sunshine, который расположен в городе Лехай, штат Юта. Это единая территория, и сотрудники здесь работают взаимосвязанно, но схематично в центре имеются три главные лаборатории. Какие же? Во-первых, это химическая лаборатория. Здесь происходит идентификация активных ингредиентов растений и их количественный анализ в образцах. Вторая ключевая лаборатория – это лаборатория биологических тканей. Здесь ученые исследуют, как активные ингредиенты растений взаимодействуют с биологическими моделями. И третья лаборатория, базовая, это лаборатория клеточной и молекулярной биологии. Здесь ученые изучают, как активные ингредиенты растений влияют на молекулярные процессы в организме на клеточном уровне. А сейчас, дорогие друзья, я расскажу вам, как именно проводятся клинические испытания в Центре инноваций и клинических исследований имени Хьюзов компании Nature Sunshine. Сначала выявляется потребность в новых продуктах для здоровья на основании мировых мегатрендов, таких как ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, аутоиммунные заболевания и так далее. Затем собирается консилиум ученых Центра имени Хьюзов, а также Глобального научного медицинского совета Nature Sunshine. Ученые изучают на молекулярном уровне актуальные нарушения в работе систем организма. Далее ученые, основываясь на собственном опыте и на опыте Nature Sunshine, разрабатывают и предлагают новые формулы биологических активных добавок для внедрения. Например, в настоящее время в центре Хьюзов разрабатываются формулы для нормализации холестерина крови, сахара крови и для похудения. Далее предложенные комплексы из растений и минералов поступают на исследования.
На сверхскоростном жидкостном хроматографе за 180 тысяч долларов производится оценка подлинности сырья. Растения исследуют от корня до цветка, независимо от того, в какой части находится активный ингредиент. В результате на каждое растение, которое поступило в лабораторию, получает полный профиль или паспорт растения, который затем хранится в обновляемой библиотеке. И тут же производится количественный анализ ингредиентов в образцах сырья. Далее в лаборатории минералов анализируют не только качественное и количественное наличие полезных минералов, но и содержание тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец, кадмий и прочее. Это производится на оборудовании плазменный масс-спектрометр. Масс-спектрометр определяет наличие примесей с точностью до триллиона. К слову, триллион – это миллион миллионов. Вот какая точность данного оборудования. Следующий этап – это процесс открытия и создания новых формул. А далее производится биологическое испытание. В чашки Петри помещают активные вещества растения и живую субстанцию человеческих клеток. Обращаю ваше внимание, уважаемые доктора, что это стандартный процесс для клинических испытаний всех фармацевтических препаратов. Субстанцию человеческих клеток покупают в компаниях, которые на этом специализируются. И важно, что на животных испытания не производятся. Далее производятся, собственно, клинические испытания. Как это происходит? На испытание каждого продукта приглашают более 100 волонтеров, которые в течение 16 недель, два раза в неделю, приходят в центр Хьюзов для сдачи анализов и для приема нужной партии биологически активных добавок. Затем производятся клинические исследования того, как продукты Nature Sunshine на молекулярном уровне влияют на органы и системы человека. Основное оборудование для этих исследований – это мультиплексный анализатор FlexMap 3D стоимостью 120 тысяч долларов. С помощью одной капли крови он выполняет 500 различных анализов, включая широкий спектр биомаркеров, цитокинов и даже генов. Данный анализатор тестирует компоненты даже в очень сложных составах и даже в очень низких концентрациях. Обрабатывает 144 тысячи единиц информации в час и при этом выдает самые исчерпывающие биохимические данные за считанные минуты с точностью до триллиона. Просто потрясающая точность и эффективность, согласны со мной? Итак, в результате ученые выбирают самые эффективные и самые оптимальные формулы из всех, которые исследуются. Вот можно этот процесс разработки новых формул назвать замкнутым, потому что результаты клинических исследований могут привести как к улучшению существующей формулы, так и к созданию нового продукта. И только тогда, когда продукт прошел все фазы разработки, он может быть квалифицирован как HALO-продукт. Для квалификации как HALO-формула она должна быть новой и уникальной, научно обоснованной, клинически подтвержденной и решать вопросы одного из мировых мегатрендов по здоровью. Далее компания регистрирует патент на этот HALO-продукт и выпускает инновационную БАД по запатентованной формуле. Все эксклюзивные БАД Nature Sunshine подтверждаются научными публикациями ученых в специальных авторитетных изданиях, таких как журнал Nutrition Outlook. Хочу обратить внимание, что более половины всех комплексных биологически активных добавок Nature Sunshine имеют патенты, запатентованы, то есть уникальные формулы, HALO-продукты.
Но и это еще не все. Дорогие друзья, заботьтесь о нас, о конечных потребителях. Компания Nature Sunshine финансирует регулярные клинические исследования применения своей продукции в клиниках нашего рынка. И затем научные консультанты компании Nature Sunshine систематизируют результаты проведения клинических исследований, которые проходят у нас на нашем рынке в клиниках, в больницах, и выпускают сборники статей и материалов, которые становятся важным подспорьем в работе практикующих врачей, wellness-специалистов всех специальностей, а также всех клиентов, которые пользуются продукцией Nature Sunshine для собственного оздоровления. Согласитесь, дорогие друзья, приведенных доказательств более чем достаточно, чтобы утверждать, что все продукты Nature Sunshine – это гарантированная безопасность и подтвержденная эффективность. И когда все остальные бренды просто говорят о качестве, Nature Sunshine заявляет только то, что может доказать. Эти замечательные продукты позволяют нам получать доказанные, предсказуемые и стабильные результаты. Наши инвестиции в здоровье приносят нам отличные дивиденды. Поэтому, дорогие коллеги, уважаемые врачи, медработники, дорогие wellness-специалисты всех направлений, приглашаю вас к сотрудничеству. Вы сможете оказывать намного более комплексные и эффективные услуги своим клиентам. И это поднимет качество вашей жизни и качество жизни ваших клиентов на новый уровень. Поэтому присылайте любой удобный для вас мессенджер свое краткое резюме. Действуйте прямо сейчас, пока данное предложение существует. Искренне ваша, доктор превентивной медицины Людмила Миронюк.